Друзья мои, привет! Благодарю вас, кто зашел ко мне на канал, благодарю тех, кто подписан, кто не подписан, подписывайтесь и нажимайте на колокол изобилия. Пусть вам будет изобилие всегда и везде. Сегодня я хотела видео записать, видео воспоминания. Воспоминания о прошлом, ровно год назад я вылетела из Сан-Франциско и полетела в Санкт-Петербург через Париж. И в Санкт-Петербурге была такая изумительная встреча, во-первых, с моей подругой, которая живет там уже больше 20 лет. Привет, Оленька, если ты видишь это видео. И главное, почему я полетела в Санкт-Петербург, потому что там был концерт Димаша Кудайбергена. Я думаю, многие, кто смотрит мой канал, знаете о нем. И вы знаете, наверное, я бы не сделала бы такой большой круиз ради другого исполнителя. Скажу честно, я не такой большой любитель, как сказать, ну, я люблю музыку, но она для меня, ну, не является главной первопричиной в моей жизни. Но вот когда я услышала Димаша, еще когда вот он выступал и в этом на Славянском базаре в 2015 году, вот, и что-то в моей душе перевернулось. И потом я следила за его творчеством, в общем, очень гордилась им. Потом получилось, что я была не в Казахстане, теперь я живу не в Казахстане, и для меня тем более дорого все, что связано с Казахстаном. Как-то даже здесь, на расстоянии, воспринимаешь как-то с большим трепетом, скажу я вам так, наверное, да, вот это будет правильное слово, будет такое трепетное мое отношение ко всему казахскому, а к Димашу в первую очередь. Люблю я этого исполнителя, люблю его песни, люблю его отношение к своим слушателям. Вот, и я хочу сказать о концерте, который вот был. Может быть, не скажу, давайте пару слов о Санкт-Петербурге. Я впервые была в Питере, как мы по-простому говорим, да. Питер, конечно, отличается от многих городов, в которых я была. Вы знаете, очень настолько приветливые люди, настолько... Во всяком случае, мне встретились, настолько это все было тепло, радушно, и... Но очень хорошие люди живут в Санкт-Петербурге. Люблю вас, питерцы. Или петербуржцы, поправьте меня. Я согласна принимать критику. И вот, а теперь о самом концерте. Я вот вспомнила прямо о концерте, у меня прямо... мурашки пошли по коже. Почему? Потому что вот мы сидели в партере с моей подругой, и я смотрела, вот когда перед концертом, какие люди приходят к нему на концерт. Это, конечно, разные люди, разного достатка, абсолютно разного возраста, молодые, красивящие, в таких нарядах. А какие букеты они несли? Я такие букеты не видела, ребята, раньше. И были люди старшего поколения. Я тоже, наверное, отношусь к людям старшего поколения, но те люди, которых я видела, они были намного старше меня. И с каким они трепетом шли на свои ряды. И как они несли букеты. Это, конечно, были не те... такие огромные, изысканные букеты. Но видно, что вот эта вот женщина, она купила
на свои кровные этот букет, потому что она хочет отблагодарить своего любимого исполнителя. Это настолько тепло, сколько цветов. Я такого не видела раньше. Ну и само исполнение Димаша, да, это, ну, не может в человеке оставить человека равнодушным. Вот моя подруга Оля, она поблагодарила меня и сказала: «Спасибо, что ты для меня открыла Димаша». Она знала его до приезда ко мне, до приезда меня к ней, но вот так глубоко и вот так вот, когда уже на концерте, ну, в общем, ребята, я очень рада, что этот концерт состоялся в 2019 году, потому что, вот видите, да, в 2020 году мы бы не смогли сделать этот круиз, и я не смогла никуда вылететь, ни в Казахстан, ни в Россию, ни в какую другую страну. Да, единственное, только слетала в Мексику. Съездила, вот. Ну, это здесь очень рядом, и Мексика пускает американцев, кто вот живет постоянно в Америке, они запускают легко и уже в Америку запускают обратно очень быстро и очень легко. Но вот, и я благодарю Вселенную, что этот концерт был в 2019 году, и я благодарю Вселенную, что я смогла побыть на нем. И также я благодарю Вселенную, что была встреча, которую нам организовали ребята Санкт-Петербурга. Они тоже ведут YouTube-канал. Это Саша и Ваня. Они сейчас ведут канал «Алга Петербург». Ребята, подписывайтесь с ним тоже на канал. Это такие ребята молодцы. Вы знаете, когда мы были на этой встрече, там были все встречи. Была припати, которая как бы официально, а это получилось те, которые не смогли купить билеты на припати. И мы, вот Саша и Ваня организовали припати, и нас так было много. И это было настолько все душевно, вы знаете, да? Я первый и последний раз была на таком мероприятии. Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу вновь поприсутствовать на концерте Димаша. И если вот он приедет сюда, в Америку, дай бог, чтобы все границы открылись, мы с мужем вместе пойдем к нему на концерт. Я всех вас благодарю, что вы были со мной. Подписывайтесь, ребята. Я желаю и вам, и нам быть счастливыми. Пока-пока.